кино красноярцы хотят. Видеть чистое небо. С оптимистичной ноты и авторской песни организатора стартовал сегодня третий экологический митинг в нашем городе. Около 1500 человек собрались, чтобы высказать свои требования и сделать воздух чище в нашем городе. За чистое небо! За чистое небо! По иронии судьбы, митинг «За чистое небо» проходит под черным небом. Накануне в городе ввели режим неблагоприятных метеоусловий. К слову, это первый митинг, который проходит в Центральном парке на такой большой территории и с таким огромным количеством плакатов. Сколько можно, то есть пассивность в принятии решений, она чревата, и вот как бы можно просто заработать много-много трат на медицину. Потому что экономишь на экологии, тратишь на медицину, давно известно. Наши автобусы, которые дымят как паровозы, каждый раз, когда они проезжают, это просто безумие какое-то жить в таком городе и думать, что чистое небо может образоваться только благодаря метро. Многие сейчас сильно гордятся Красноярском за то, что вот у нас будет универсиада. А вот самим-то не стыдно везти в такой город, уже давно загрязненный. А на сцене выступали общественники и организаторы митинга. Они озвучили уже знакомые пункты экологической резолюции. Нет вырубки лесов, застройки территорий, да, скверам, экологичному транспорту и газификации. Место застроек, зеленые парки, вы согласны, красноярцы? Претензия к властям в этом году поменялась. По мнению организаторов, работа пошла, однако этого все еще недостаточно. Организаторы митинга решили на этот раз требовать от чиновников реальных действий. Вот только ни главы города, ни губернатора на мероприятии не было. Зато был исполняющий обязанности министра экологии Владимир Чесовитин. Он даже поднялся на сцену и рассказал, как сейчас улучшают экологию. Правда, только общими фразами Чесовитин зато пообещал ко всему, что услышал и прочитал на плакатах, он прислушается и даже отметил, что резолюция – это его главная настольная книга. Уверяю его, что каждая разумительная идея, которая возникает, она реализуется министерством. Вообще резолюция митинга – это моя настольная, можно сказать, книга. Мы постоянно к ней обращаемся, поскольку там действительно сконцентрированы все основные проблемы города и края. По предварительным подсчетам, митинг посетили от 800 до 1500 человек. Организаторы признаются, если все пойдет по планам и все требования начнут выполняться, то следующий сбор уже будет не митингом, а праздником чистого неба. Алена Крашенинникова, Александр Тропин, Новости ТВК.